Птичий или хитрый, как его зовут в народе рынок, на улице Парковой существует уже несколько лет. Отсутствие ветеринарной станции, водопровода, канализации и постоянные заторы – вот далеко не все проблемы, которые давно назревали на этом месте. Изменить ситуацию решили в администрации, выделив заводчикам собак, кошек и других торговцев живностью новое место на Северном рынке. Было принято решение предоставить людям альтернативу, потому что всем остальным видам товаров, которые у нас несанкционированно торгуются, у нас есть ярмарки, есть рынки, в общем, есть где организовать эту торговлю, они организованы, просто нужно привести все в соответствие с закону, взять место и торговать в соответствии с законодательством. А для владельцев животных таких условий создано не было. Встреча прошла в дружественной обстановке. Стороны обсудили интересующие их вопросы, а также выбрали место, где по замыслу авторов проекта будут располагаться торговые ряды с животными. Такой подход принимается? Принимается. Это нормально. Мы давно мечтали. Алла Бергин занимается торговлей уже 10 лет. Идея с переездом рынка ей нравится. Главное, считает она, чтобы слова не расходились с делом. Очень нравится. Тут будет более-менее. Если только народ к нам пойдет. Администрация рынка заверяет, что вопрос переезда решится буквально в течение 1-2 недель. Новое место позволит расширить торговлю, обеспечит необходимую ветеринарную поддержку, а также расчистит улицу Парковую от чрезмерного скопления автомобилей и людей.